Здравствуйте, друзья! Я сегодня еду на нашу строительную площадку и решила проехать немножко другим путем. Через Стэнфорд университет по улице University в Пало-Альто и въехать на улицу University в Пало-Альто. Вот сейчас мы едем по Фудхиллу, и здесь очень много компьютерных компаний всевозможных. В частности, здесь находится компания Xerox по-русски, да, по-английски Xerox, в которой я работала какое-то время. Она имеет вид вот буквально тут сейчас за поворотом. Здесь тоже очень много компаний. Здесь VMware компания. Мы видим, может быть, какие-то их опознавательные значки. Но здесь совершенно дивные виды. Я надеюсь, что вы сумеете все-таки их увидеть, потому что это совершенно потрясающая картина. Вот слева от меня, за перекрестком, это уже находится здание компании Xerox. И у меня был офис с видом вот туда на холмы, где виднеются вдалеке такие желтые холмы с деревьями. Вид, конечно, совершенно потрясающий. Я вообще это называю голландской живописью, потому что это совершенно невообразимое зрелище. Эти холмы принадлежат кому-то на том условии, что там никогда ничего строиться не будет. Это вот чисто такое декоративное такое место. Вот слева от меня компания Xerox, вот буквально вот в этих зданиях я и работала. Почему-то навигатор меня все время норовит куда-то увести в сторону, но я все-таки хочу, чтобы мы проехали именно через университет. Там, в общем-то, довольно запутано все, потому что не всюду разрешен проезд на машине. Но я надеюсь, что мне удастся там пробраться. Вот видите, эти холмы, покрытые таким желтовато-бурым остатками травы. И вот на них совершенно зеленые деревья, которые берут влагу неизвестно где. Потому что траву не поливают, вот она такого цвета у нас. Сегодня жаркий день. А деревья, вот они зеленые круглый год, и ничего им не делается. А где они берут воду, неизвестно. А вот, это я еду по Фудхиллу в сторону Стэнфордского университета. И мне нужно будет повернуть на улицу Стэнфорд. Вот надо не пропустить эту улицу Стэнфорд и на нее ухитриться повернуть. Что я хотела сказать, что Стэнфордский университет, он, в общем-то, довольно-таки широко известен не только в Америке, но и за пределами ее, наверное, вы все хорошо слышали, хорошо знаете, по крайней мере, на слуху этот университет. Он является эпицентром всех технических разработок и штаб-квартирой инновационных разработок, которыми славится Силиконовая долина. Очень многие выходцы из университета являются как бы организаторами стартапов здесь у нас в долине. В общем, это такой мозговой центр. И, собственно, с этого Стэнфордского университета и начался город Пало-Альто, который строился уже как сопутствующий город с этим университетом, поскольку и преподавателям, и студентам нужно было где-то селиться. И вот таким вот образом и возник сам город Пало-Альто. Сегодня город Пало-Альто является одним из самых дорогих городов Америки. Это по переписи 2010 года, и в то же время он является одним из самых городов с самым высоким образовательным уровнем населения. Тоже согласно переписи. Ну, не мудрено. В нем селятся и профессоры, которые преподают в университете, и студенты, если у них есть достаточно денег, потому что там все зашкаливает, и все очень дорого. Я вот сегодня глянула, что, например, рент жилья в городе Пало-Альто, наверное, в 3 раза выше, чем в Пало-Альто. Буквально там квартиру с одной спальней можно приобрести в рент. Ага, вот улица Стэнфорд, вот здесь нам и нужно свернуть. Тут мы и свернем. Можно срентовать буквально квартиру с одной спальней чуть ли не за 3500 долларов. А если что-то побольше, то это уже будет 5-6. Я нашла дом, вот мы, наверное, мимо него проедем. Значит, он сегодня там всего-навсего, там 5. Ой, мамочки, там 5 спален. И
он сдается за 14 тысяч долларов в месяц. Ну, наверное, есть желающие этот дом все-таки снять, раз он стоит вот на маркете. Его, наверное, кто-нибудь когда-нибудь и снимет. Так, вот здесь начинаются закоулки. Я очень боюсь, что я как-то заплутаю, поэтому я буду посмотреть в шпаргалку, потому что меня ведет от навигатора вообще неизвестно куда. Он меня ведет. Вот, это мы едем уже по территории кампуса. Значит, здесь, конечно, есть какое-то количество общежитий. Более того, на некоторых картах Стэнфорд числится как такой отдельный город. Но на самом деле он не является городом, хотя у него свой zip-код. Вот, но у него есть тут и жилые дома для профессуры, и общежития для студентов. Очень интересно, что, например, пока человек работает в Стэнфорде, например, профессор там или что-то такое, он может купить на территории Стэнфорда себе недвижимость. И цены здесь довольно-таки низкие по сравнению со всеми вот нашими окружающими ценами. Низкие они просто по той простой причине, что у человека должно быть право приобрести эту пропорти. А право это определяется... Вот мне сюда налево. А право это определяется тем, работает ли человек в Стэнфорде или нет. То есть получается, что цены низкие просто потому, что людей, обладающих таким правом, не очень много. И, например, если человек отработал там всю свою жизнь, состарился, ушел на пенсию, и тогда он обязан продать эту недвижимость. Он обязан продать эту недвижимость и приехать куда-нибудь еще. Поэтому здесь живут только действующие сотрудники университета. Цены здесь очень низкие. Более того, Стэнфордский университет дает им какое-то очень льготное финансирование. То есть там буквально за какие-то копейки. Вот. И, в общем-то, они тут могут жить вот довольно-таки хорошо. Но непонятно, вот, если они уже уходят на ретайрмент, что им делать с этой недвижимостью, потому что они обязаны ее продать. Вот сейчас мы попытаемся выехать на такую кольцевую дорогу. Вот у меня там по центру самая главная башня этого университета. Next right. Ага, вот next right. Вот, а здесь вот мы уже видим всякие старинные здания. Это вот уже и есть самое сердце этого университета. Вот мы сейчас вот сюда поворачиваем. Называемый Campus Drive. Вот, много запаркованных машин, трафика здесь не хватает. И для того, чтобы получить паркинг-пермит, он, в общем-то, стоит довольно немалых денег. Ну, те, кому это нужно, безусловно, его покупают. Я в Стэнфорде работала не в самом университете, а в госпитале при университете и покупала этот пермит на паркинг, потому что деваться было некуда. Парковаться нужно, и тут всюду зоны, где ты можешь парковаться, где не можешь парковаться. В общем, все так сложно. Так, мы едем сюда. А потом нам нужно повернуть налево. Вот это вокруг меня находится корпуса Стэнфордского университета. Он занимает довольно-таки большую территорию. Это не случайно он называется городом, да? То есть можно, посылая письмо, можно на марке там поставить его зип-код, написать Стэнфорд, а не Палаута, и письмо распрекрасно дойдет. Но все-таки он как бы городом не считается. Так, сейчас мне нужно повернуть. Мы уже поедем здесь налево. Я могу здесь повернуть налево? Так. Вот так мы можем повернуть, да? Угу. Ой, я не туда повернула. Ну вот. Ай-яй-яй. Да, целый город, и тут можно заплутать в этом городе. И повернула я не туда, и куда мы теперь... приехать совершенно непонятно. Надо дать пройти. Вот идет симпатичный сотрудник кампуса. Ну, я надеюсь, что теперь уже у меня надежда только на навигатор. И он меня должен уже ввести на эту улицу, по которой я хотела проехать. Right turn. Вот это учебные корпуса справа-слева. Всюду пальмы растут, здесь очень красивый ландшафт. Ох, как раз я приезжаю к этой центральной башне. Вот я приезжаю в самый-самый-самый этот
эпицентр. Так, вот здесь мне нужно повернуть Гаусс, это Аргуэлла, это еще не нужно. То есть здесь мы только останавливаемся. Вот это старинное здание. Да, Стэнфордский университет был построен в 1855 году. Это был построен сенатором, которого звали Лилан Стэнфорд. Тут мне нужно повернуть направо. А построил он этот университет в память о своем сыне, который ушел из жизни в 15 лет. Это был его единственный ребенок. Что-то там случилось, у него была какая-то болезнь, никто не мог понять, в чем дело. Началось вроде с обычной простуды, а потом все хуже и хуже. И в память о своем сыне вот был основан этот университет с очень большим медицинским отделением, чтобы, значит, вот шли научные исследования в области медицины, и такие вот подобные случаи не повторялись. И надо сказать, что здесь мощнейшее отделение медицины при Стэнфордском университете. Я там как раз работала в госпитале, и там делаются самые новейшие модерновые операции, такие, которые, вот я помню, что Ельцин делали там байпасы. Эта операция была разработана впервые именно здесь, в Стэнфорде. Так, вот здесь мне нужно каким-то образом повернуть налево. Так, машина тут. Устройство идет, все красиво. Видите, Стэнфорд Визитор Центр. Так, а мне он говорит ехать дальше. Меня пропустили. Замечательно. И всюду указатели, как проехать, но еще в свою бытность работы в Стэнфорде я знала, что тут заблудиться вообще как нечего делать. Тут столько дорожек, и очень тяжело ехать по карте. Но, слава богу, сейчас навигаторы есть, и вот они сейчас нас выведут на самую центральную эту улицу, которая сама по себе очень красивая. И эта улица просто переходит в университет, улицу в Пало-Альто. Вот буквально на следующий правый поворот. Так, следующий. Ага, вот следующий стоп, и это будет уже она. Так, ну что же, я считаю, что мы благополучно добрались. Next right. Благополучно добрались. Сейчас я посмотрю, да. О, да, совершенно верно. Вот эта улица, я как раз хотела по ней проехать. Улица с пальмами. Proceed about half of a mile to your destination. Ну вот сейчас я пока что навигатор выключу. Он мне пока что не нужен, чтобы он нам не мешал смотреть и наслаждаться буквально этими красотами. И вот я еду по улице, которая называется Palm Avenue, да? Palm, потому что тут мы видим очень много пальм растут красивых с двух сторон. Это центральный въезд в Стэнфорд со стороны Пало-Альто. И эта улица должна нас привести прямо на университет. А затеяла я это путешествие неспроста, а просто потому, что в комментариях к моим предыдущим видео кто-то сказал, что американцы живут как скоты, чуть ли не в хлеву. На самом деле, меня эта фраза очень сильно задела, потому что, ну, во-первых, кто-то такие, чтобы давать какие-то определения, что мы знаем о том, как живут американцы, и что вы знаете о том, как живут американцы. Вот, хочу заметить, что те дома, которые я показываю в Пало-Альто, дома построены в 1946 году. И несмотря на то, что они, конечно, маленькие и, конечно, простенькие, построены для людей с небольшим доходом, но уже в 1946 году, тем не менее, у них был туалет, который находился в доме, а не на улице. Да? Посмотрите, как Россия жила в 1946 году. Много ли это самое, отдельно стоящих домов имели туалет в доме? Я так не думаю. Я думаю, что в основном там были такие... Ага, я проезжаю вот так вот через подземную. Под мостом должна очутиться на улице университета. Значит, вот эта университет, поскольку она вот так вот является центральной улицей Пало-Альто и приходит прямо в университет, очевидно, с этого момента она начиналась. Сегодня это торговая улица, на ней много очень бутиковых магазинов, ресторанов, тусовки. И в отличие вообще-то от спальных мест,
нашего залива, здесь тусовка идет круглую ночь. И студенты тут есть, и фонари тут горят, и тут, в общем, кипит и бурлит жизнь. И в свое время, когда наша дочь училась в Беркли, она приезжала и говорила: «Господи, у вас даже потусоваться негде, ну вот разве что на университете». Ну вот на университете люди тусуются, здесь очень много всяких кафешек, и такой колорит вообще-то такой бурлящей жизни. Вот вы не часто видите, у нас на улицах много пешеходов, но здесь вот много людей, все сидят в кафешках, вот сейчас как раз ланчтайм, кушают на улице, и тут всегда трафик очень сильный. Я вообще-то не люблю ездить по этой улице, потому что здесь всегда очень много машин, очень много светофоров, и если я уж совсем не выдержу, то придется уйти на какую-то соседнюю улицу. Ну, посмотрим, как нам удастся тут проехать. Вот, хочу сказать еще также, что основатель Фейсбука, который находится в в Менло-парке, на границе с Испалаута, Марк Цукерберг, он скупил тоже какое-то количество недвижимости здесь, вот в районе университета. И я даже читала заметку о том, что он купил 4 участка земли с домами здесь, которые общей стоимостью 45 миллионов долларов, и решил объединить их. Обычно люди, чтобы заработать денег, они обычно стараются разделить пропорти на несколько, если там участок позволяет. А он решил их объединить в одну пропорти и построить на этих 4 участках, снести все, что там есть, и построить один дом, чтобы ему было близко, в общем-то, добираться до работы. Ну, его такое место жительства, в общем-то, является неким гарантом того, что Facebook никуда отсюда не денется. Раз уж он себе построил такой мэншн, так вот, видите, как приходится ехать-то. Вроде нам зеленый, а не проедешь. Вот здесь кинотеатр слева от меня, магазинчики. Сейчас у нас осень, да, несмотря на то, что день очень жаркий, такое позднее бабье лето. Ну, и листва такая немножко жухлая, но, тем не менее, наверное, в другой сезон она смотрится поярче. Сейчас она уже такая немножко с осенним окрасом. Вот молодой человек переходит дорогу, мы его пропустим. Здесь тесненько, да, это все старое. Очень много построили нового, но сносили старое и строили новое. Поэтому улица, она, в общем-то, такая тесная. Видите, большое количество запаркованных машин. Здесь проблемы с паркингом чудовищные. Хотя понастроили, вот видите, впереди указатель паркинг-паркинг. Но встать... Ой, я нарушила. Но встать здесь в Палауте – это большая проблема. Нужно крутиться по параллельным улицам, искать где-то паркинг. Это всегда очень сложно. Ну вот, тем не менее, значит, что я хотела здесь показать? Ну, во-первых, мы сейчас выйдем за пределы вот такого уж даунтауна. Кончатся эти магазины и пойдут просто обыкновенные дома. Хорошие дома, дорогие дома, красивые. Вот, совсем уж не похожи на сараи, которые мы привыкли видеть там, где дома подешевле. Но дальше наступит вот что. Там будет граница, будет за речкой, будет граница, которая отделяет Палаута от Ист-Палаута. И 20 лет назад, когда мы впервые сюда перебрались, там было чудовищное место. Там был какой-то пятачок с какими-то маленькими ларьками, с какими-то крошечными магазинчиками, какая-то непонятная плаза. И ходили там люди довольно-таки страшные. С этими людьми, они были все черные, с этими людьми я бы не рискнула вот так оказаться в ночное время где-то вот неподалеку. Было очень злачное место, но прошли годы, все снесли там. Построили современную большую плазу, построили на ней самый дорогой в США отель, который называется Four Seasons, и построили бизнес-билдинги, в которых находятся офисы адвокатов, там, не знаю, как, в общем, какие-то офисы находятся. И эта плаза приобрела совершенно другой вид, соответственно, там, хотя территориально это все относится уже к Испалалту, соответственно, стоимость там выросла, потому что это буквально очень близко к Стэнфорду, очень близко к Палалто, и, конечно, и адвокаты, и венчурный капитал, все хотят там снимать помещения, потому что там, наверное, немножко дешевле, чем в самом Палалто, но территориально это буквально все одно и то же. Вот уже, видите, нет уже кафешек таких, да, маленькие магазинчики по обеим сторонам дороги, а вот дальше уже начинается просто резиденшал areas, да, такая, мы называем это старый Палалто.
потому что есть более новые районы Полта, они подешевле немножко, ну, относительно, хотя тоже все безумно дорого. Вот, а вот эти вот дома справа-слева, вот это дома старые, это где-то, наверное, 20-е годы, 17-й год, уже это вот 80 лет дому пишут. Это все старое, но это очень дорогое место, безумно дорогое. Сейчас вы видите, тут очень красивые дома находятся, и какие-то очень большие. Вот за Мидлфилд, мы переезжаем в Мидлфилд, начинается уже, в общем-то, такая residential area дорогих домов в Блаунтом. И потом мы проедем через этот райончик и фактически попадем прямо на Блаунтом, на ту же самую университет. А вот и продается домик, не знаю, сколько он стоит. А, уже проехали. Проехали уже. Вот такой неплохой особнячок, как светофор. Вот я вам покажу. Так, ехать надо. Да, Цукерберг купил 4 дома за 45 миллионов. Вы можете себе представить, какие участки там всюду были. И, собственно, даже сама недвижимость не имеет значения. А, скорее всего, там были маленькие старенькие домики, но с большими участками. Резиденциал дома, наверное, которые относятся к старому Палалта. Хотелось мне еще также вот о чем сказать. Дело в том, что каким быть нашему дому определяет, есть несколько факторов, да? Есть факторы, которые мы изменить не можем. И при покупке недвижимости то, на что все агенты рекомендуют обращать внимание, это где находится этот дом, то, что мы точно не можем поменять, и какой размер лота. Да? Потому что лот мы тоже не можем изменить, мы покупаем вот то, что есть. Все остальные параметры, при большом желании, они могут меняться. Значит, все зависит уже от того, каким количеством денег вы владеете. Далее все определяется вкусом человека, который живет в этом доме, или который строит его под себя. И, в общем-то, американцы – это люди, которые не сильно искушены в дизайне. Дело в том, что Америка – самодостаточная страна, и люди не особо любят путешествовать по всему миру. Они путешествуют, но это крайне редко. 85% американцев вообще никогда в жизни не покидали территорию Америки. И, соответственно, их вкусы, они навеяны в основном тем, что они видят, вот тут уже современные дома построены, навеяны тем, что они видят вокруг, да, вот если мы говорим о среднем классе, а не о чем-то таком более серьезном. Тем, что они видят вокруг, это были исторически, это были, вот мы уже переезжаем, вот это уже начинается из Палаута, здесь вот уже впереди IKEA видно. Вот, вот эта плаза, вот этот вот дом справа, да, он стоит на месте вот этих жутких совершенно сооружений. Вот это уже из Палаута. Видите, как тут красиво вообще стало. А раньше было просто злачное место, здесь нельзя было находиться. Вот, и мы переезжаем через хайвей 101 и попадаем уже буквально, ну вот, и это уже из Палаута, но за хайвеем оно уже и подавно. А улица Юниверсити все продолжает, то есть она их как бы соединяет. Поэтому вы понимаете, что с перестройкой даунтауна, а вот эта улица Юниверсити, она является даунтауном из Палаута тоже, с перестройкой этого даунтауна, конечно, ценность этого всего вырастет, потому что сколько мы ехали, даже с учетом трафика, мы ехали каких-то там, я не знаю, ехали каких-то там всего 10 минут по этой улице и приехали уже в Палаута. И, конечно, общежития не хватает, и, конечно, снимать жилье в самом Палаута дорого, и люди норовят, конечно, уже перебраться
перебраться в Испалалто, если здесь есть что-то приличное. Поэтому наша задача из этого маленького, стороненького такого домика сделать что-то такое симпатичное и приличное. И тогда он будет как-то там сдаваться. Посмотрим. Ну хорошо, я думаю, что на этом мы закончим наш репортаж, а потом посмотрим, что творится на стройке. Да, друзья мои, сейчас вот светит солнце уже, возвращаюсь я с нашей стройки, а точнее даже от своей приятельницы Майи, которая помогла нам купить этот дом. И подумала я, что я ничего сегодня там не засняла, просто по той простой причине, что там снимать было нечего. А пришел электрик сегодня, пробил в стенках дырочки, ставит коробки, ничего не видно. Когда новое строительство, то вся электрика на виду. А когда старое строительство, то ничего не видно. Они маленькие дырочки, из них сыпется, соответственно, там сыпятся остатки шитрока и что-то такое. Вот, поэтому сегодня ничего я не засняла. А новую дверь, которую поставили, с ней получилась такая история, что ее закрыли. Ее закрыли от того, чтобы побить. И ее тоже не видно. Я хотела ее хотя бы снять, но ее снять не получилось. Вот я сейчас еду до своей приятельницы, она живет недалеко вот от этого главного самого перекрестка, где будет совершенно новое вот это все строительство. Вот со временем ничего этого по сторонам не будет, а здесь будет какая-то красота. Да, так вот я перед перерывом не успела договорить про дизайн, да? Что есть какие-то вещи в доме, которые вот уже строятся, что-то тут новое, многоквартирные дома какие-то строятся. Да, так вот, то, что мы не можем изменить, то, что мы, собственно говоря, покупаем, за что платим такие большие деньги, это участок земли, соответственно, его расположение и размер этого, собственно, участка. Ну и тенденция такая, что дом, вот эти старые дома, они уже практически ничего не стоят по отношению к общей стоимости, а в основном вся цена, она идет от цены на землю. Земля, конечно, здесь очень дорогая, поэтому чем больше участок, тем больше ценность в нем, тем больше дом можно на нем когда-нибудь построить, если такое желание возникнет. Вот, и в этом, собственно говоря, его ценности состоит. А все остальное, все, что мы имеем, это вопрос вкуса. Вот, я начала говорить о том, что американцы, они не искушенные, они, может быть, даже и в Европе-то не бывали особо, а уж архитектурой так и точно не интересуются. Так жили их родители, так живут они. Они простые в целом, ребята, и вот такой middle-class, вот сколько нам приходилось с ним встречаться, они не очень искушены. Может быть, молодежь как-то больше видит, больше интересуется. А вот люди уже наших лет, они живут по привычке, и у них вкусы такие очень простые. Нас в свое время, когда мы приехали, нас очень это забавляло, потому что мы приехали из больших городов, у нас какие-то, наверное, более современные были какие-то идеи в мозгу. А здесь мы приехали, например, вот такой, в целом у нас называется это ранч-хаус, такой средний статистический дом, который внешне немножко похож на такой сараистого вида, внутри, ну, так отделан средненько. Так вот, например, хозяева этого дома почему-то очень любили кроликов, причем не таких зайчиков лесных, симпатичных, а вот это именно были жирные кролики, отъетые, толстые. И эти кролики были везде. Значит, кролики были на занавесках, кролики были на салфетках, на подушках, на которых сидели, на стульях тоже были кролики. И все подставки на столе были сделаны в виде этих кроликов. Ну, какое-то было просто засилье. А в другом доме мы видели засилье петухов, например. И тоже салфетки с петухами, подушки под сиденье с петухами. В общем, большое засилье петухов. Но это же вопросы индивидуальные, на вкус и на цвет товарищей нет. И если людям так нравится, почему же мы будем говорить, что они живут как скоты? Они не живут как скоты, они живут так, как им нравится. И они чувствуют себя раскованно и свободно. И мы, если захотим себе построить свой собственный дом, не захотим иметь кроликов и петухов, то мы их иметь и не будем.
и будет у нас красивый современный дом, аскетичный, чтобы было много места, много, это самое, мало мебели, чтобы все было такой минималистический, вот такой дизайн, который сегодня современен. Ну, не всем он нравится, да, люди не в курсе. Вот появление, конечно, IKEA в этом году, что-то мне не понравились и каталоги. Я не нашла там ничего интересного. А вот пару лет назад у них были очень даже интересные решения, такие современные, в общем, и цены вполне доступные. И вот они позволяют сделать очень симпатичный какой-то внутренний дизайн помещения. И поэтому, друзья, мы сами куем то жилье, в котором нам жить, в соответствии со своим мироощущением и со своими вкусами. Вот, а сейчас уже у нас трафик около 5 часов, мне придется снова ехать на каких-то промежуточных дорогах, потому что будет 101-й забит. Поэтому я вас не буду обременять своими разговорами, а буду добираться домой. На сим мы и заканчиваем. Пока-пока.